Доброго времени суток, дорогие соотечественники, россияне. У меня на груди награды моего деда, многих из которых нету, украли в свое время. Подонки какие-то. Но звезда героя, она здесь осталась. И эту звезду мой дед получил за то, что в одиночку подбил 7 танков и уничтожил более 30 нацистов. И за это он получил звезду героя. И умер в 69 лет в однокомнатной квартире с 11 осколками в теле. И обращаюсь к вам, генералы, герои России. Многие из вас даже автомат в руках не держали и ни разу не выстрелили. За что вы героев своих получили? Генерал Лапин, который получил героя за Лисичанск там, да? А сейчас, когда Красный Лиман под его командованием был захвачен нацистами, как ты, генерал Лапин, не хочешь звезду свою положить на стол? Ты хоть выстрел сделал там, на Донбассе? Вы только получаете, блядь, звания, награды, а пацаны погибают. Генералы, стратеги. И за вас сколько уже пацанов погибло? Вы не руководить, не командовать, ничего не умеете. Какие вы стратеги? Снимите свои звезды, не позорьте это высокое звание и отдайте им эти звезды достойным пацанам. Удачи всем!